Всем привет, с вами Настя. Это мое первое видео на этом замечательном канале YouTube. В этом видео я немножко расскажу о себе. Так, меня зовут Настя, мне 11 лет, учусь в 4 классе и живу в Кирове. У меня есть животное, котенок, которому 4 месяца. Вот, я его немножко позже вам покажу в следующих моих видео. И я хожу на танцы, занимаюсь немножко гимнастикой. И я хожу на рисование. Вот. И я хочу еще снять очень много видео. Так что ждите. Скоро будет видео про то, как у меня влияет интернет. Как быть обережным собеседником. И сейчас вы можете увидеть там котенка. Он уже скоро влияет. Вот. Как у меня влияет интернет. И как быть обережным собеседником. И так далее. Так что ждите видео. Скоро будет новое видео. Там вы в моих видео еще узнаете что-то новое обо мне. Я вам буду все показывать и рассказывать. Так, с вами была Настя. Спасибо большое. Подписывайтесь. Пишите вопросы, комментарии.